Узнать о задолженности, не выходя из торгового центра. Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» прошла в Нижегородской области. Сотрудниками Федеральной службы судебных приставов было открыто около 60 пунктов для консультации по вопросам задолженностей. 8 из них в региональном центре. Каждый желающий мог за считанные минуты узнать о своих долгах по алиментам, транспортному налогу, налогам в пенсионный фонд и другим видам долговых обязательств. Задолженность можно было погасить на месте или взять квитанцию для будущего погашения. Кроме того, жителям рассказали об удобной новинке – системе банк данных исполнительных производств. Данный ресурс позволяет совершенно бесплатно и в оперативном режиме получить информацию, как имеется ли у вас задолженность, и в случае ее наличия очень оперативно ее оплатить. А поскольку сейчас у нас предстоят длинные майские праздники и грядет череда летних отпусков, поэтому многие захотят поехать за рубеж, вот чтобы для них не было разочарованием в аэропорту, когда уже ты настроился на отдых, что тебе говорят, извините, у вас долги, именно этот сервис позволяет очень оперативно исправить данную ситуацию.